Следственный комитет организовал процессуальную проверку по факту избиения девочки в Сыктывкаре. Несколько видеороликов, на которых заснята ссора двух школьниц, распространили в соцсетях. Группа подростков окружила 13-летнюю девочку, вторая толкала и пинала ее. Очевидцы потасовки ввели съемку на мобильные телефоны. По некоторым данным, большинство подростков учатся в 31-й Эжвинской школе. В рамках проверки следователи установят причины и обстоятельства произошедшего и дадут им правовую оценку.